Иди нахуй. В другом месте покастуйте. Здесь где-то спускался мужик, да? Вон он согрелся. Здесь мы вроде были, кстати. Блять, уже здесь. А, почему у меня персонаж пока, блядь, стоит? И, блядь, сколько раз тебе надо нажать, сука, чтобы ты эту хуйню придал? Так вставал. Пиздец, просто ФК встал. Охуенно. О, шлем этого чела выпал. У них, по-моему, только перчаток мне не хватает. Даже их уже хватает. Надо будет проверить, что у нас там по сету их. Охуеть, тут еще один. Да-да-да, пошел нахер. Чмошник, блядь. Заебалить фаербол их. Ультра хуёвый враг. Если бы они хотя бы не спамили этими фаерболами, да? Они просто им спамят, блядь. То есть с ними невозможно, блядь, драться, потому что они бесконечно спамят свои ебаные фаерболы. Гандоны. Типа, я выйду, и все, фаербол моментально, блядь. Два, и еще третий в придачу. Ой, какие же уёбища. Отпрыгнул. Офигенно. Фейербол свой поставить. Мы справа умерли, да? Или где мы вообще были? Да. Почти. Бесконечная хуйня. Давай, стой. На кинжальчике развести. Вот на... Развели. Притурок. А, надеюсь, тебе ничего не выпало. Духовный камень. Невероятный редкий камень, источающий духовную силу, материал для создания предметов. Такие рога можно найти, охотясь на рогатых зверей. Такие рога, чё? И рога? By my lord, would I ever make sense of this jumble? Кто это говорит? А, издает сильный резкий запах, который, как утверждают некоторые, свидетельствует о невероятной духовной мощи. И рога можно найти, охотиться на рогатых зверей, которые обитают в царстве теней. Рога. Ага. Охотиться на зверей. Чё? Бывает с рогатых животных в древних руинах. Ага. Рога, ладно. Запишем. Ну, херовинка улетела, с него по-любому какой-нибудь лут выпал, да? Ну да, да, блять. На самое дно. Ну что мне делать? Перезайти, может быть? Кстати, может быть, перезайти поможет, да. Давайте попробуем. Если там что-то важное было, то она, по идее, должна вернуться. Правда, есть нюанс, что она не в обрыв улетела, а вот сюда улетела, да. Перезаход помогает, если в обрыв обычно улетает. А здесь она улетела в играбельную зону. Есть нюанс, что, скорее всего, ничего не поможет. Ну, трупик мы сюда принесли, да. Но проблема в том, что лут-то остался там. Лут исчез. Ну, значит, ничего важного с ним не падало. Ой, блин. А почему лут исчез? Если у него не было лута? Ну, короче, будем считать, что не было. Пойдемте в эту сторону. Тут наверх, а там, а нет, там не было, нет, там был вроде вниз только, да.
Но там ничего нет. Я туда не пойду. Обратно хрен вернешься, уверен. Впереди рычаг. Рычаг для чего? Рычаг действительно есть. Что-то из этих поднимем? Типа мы поднимем одну из статуи, и она будет теперь выше. Если нам ниже понадобится она. Да, мы подняли. А, мы все подняли. Нихера. Пол башни подняли, да. Саня получила оценку. Окей, все, что висит, здесь поднялось. Сюда мостик какой-то подъехал. Нам надо было успеть добежать до этого мостика или пофиг? А, зачем? А хватит оценить мои сообщения. Что это там делает? Так, а что, мы не вернемся? Не вернемся, здесь можно. Как будто вот сюда можно было успеть зайти, да, и подняться вместе с этой штукой вон туда, чтобы спуститься. Ай, блин, как много развилок, капец. Локация, конечно, напридумывали. Чел. О, это тот самый чел, который сверху. Ага, то есть мы где-то рядышком все-таки, да? Это вокруг да около ходим. The hell? Здесь эта штука? А в них вселяется, что ли? Что здесь клинмарики? Вот мы пришли куда надо. Тогда уходим отсюда. Что мы хотим туда куда? А, блять. Нюанс. Произошел нюанс. Чекпоинтов у нас не было, да? И мы никак уже. Блин, зачем я прыгнул? Здорово. Может, ты это дотянешься, не? Блин, ладно. Нюанс действительно произошел. Может быть, здесь где-то вернуться можно будет? Что смотришь? Блин, красиво выглядит, но... Ага, я понял, где мы. Над чем точнее. Похилил? Там, да? За стеночкой. А, мы пришли. О, мы возвращаемся? Впереди навык? О, нет. Они уже надоели. Ну, блин. Там столько всего в теории неизведанного, да? Что, не имеешь права? А, туда-то? А, ну, не смысл теперь проверять эту штуку, нет, потому что мы и так сюда попали. О, нет, там летал. О, нет, не хочу туда. Что-то слишком высокая башенка, да? Что-то мы все выше и выше поднимаемся. О, нет. Нам придется возвращаться. Исследовать все. Ну, почему нас не дают вернуться? Что это, блин, за спрыги чертова? Ну все в тумане, тут нечего, нет смысла рассматривать. Красивые виды. Чел лицом стоит. Блять, кто это говорит? Охуенно. Че, лучше чел стал? А нет, моя штучка, мое укрытие. А, пофиг. Спамлю, 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 спамлю. О, нет, он раньше времени упал. Нет, стамина кончилась. Нет! Чмо.
Сать. Шлем с крылатым змеем. Пепел войны, полыхающее копье. Да и мне такой же фаербол, который задержит людей. Так, не ладно, мне такой не нужен, согласен. А, полыхающее копье, техника куда? Приводоводителя огненных рыцарей. Приготовьтесь, выполните колющую атаку и поразите врага впереди огненным копьем. Зарядите атаку, чтобы увеличить урон и дальность рывка. Можно использовать колющим оружием, если сочетается с когтями, клинками для удара слева. А шлем Куда, предводитель огненных рыцарей, навершием и служит крылатый змей. Усиливает навыки огненных рыцарей. Что за... А, вот эти, видимо, да? А крылатый змей — символ армии местных. Он олицетворяет мудрого друга, который отгоняет злонравного змея и остужает его пыл. Не он. О, нет, она открывается. Что это? Это-то хоть куда? О, нет, это арена. Это босс. Нет? Предмет? Еще одна штука. Можем, кстати, теперь прокачаться. 50 уровня уже. Кучек пятен. А с другой стороны, я забыл, что было. Ничего не было, по-моему, да? 360 тысяч. Здесь что у нас? Чел. Здесь еще один чел. По-моему, здесь ничего не было. А, здесь, да, то, что на эту штуку показали пальцем, что не попасть. А он туда можно попасть? Как будто бы можно. У нас кальмарик, если что, действует. А? Хотя здесь он бы не подействовал. Куда мы попали? Мы попали, куда я хотел. А, но... Здесь кальмарики не действуют. Вау, он стоит без фаербола гнили. Смотришь, блин, там нет никого. Тварь. А, ты еще приперся. Ну давай, блядь. Чисто через станулоки, блядь. По-другому никак. Перчатки огненного рыцаря. Блядь, на доспех дай. Единственное, что, блядь, тебе нужно. Все остальное нахер не надо. Можем, кстати, еще назад, мне кажется, вернуться. Может быть, тоже что-то нам рычаг дал, мы же дернули. Или нам ничего рычаг не дал больше, только сюда попасть. Точнее, куда мы там попали? Здесь как будто бы ничего нет, да? Снизу были? Да, снизу рычаг дергали. Или рычаг еще раз надо дергать? Или не надо, не уверен. Он повернутый уже стоит или нет? Как будто бы нет. Но я не помню, как это было. Тут костер. А, это ты, блин. Это сверху чел говорил. А-а-а. Сараза, блин. Это кто? Это которая стояла в первом костре, да? Ну, короче... Вот здесь вот. Хеллоу. I should have asked Ansback to impart his knowledge when I had the chance. I'm afraid I'm busy, truly. Ансбах, это который снизу чел, да? Ансбах, да. Зинта так зинтам. Костер. Да, одноразовый, ну ладно, хотя бы так. Блин, хорошо, потому что вернуться хоть чуть-чуть далее, да? Что мы доизучали, что там было в итоге. Узнали. Теперь интересно, куда лестница ведет. Вот здесь сейчас костер, мне кажется, найдем.
А, уже нашли, окей. Как будто бы здесь битва с боссом сейчас будет, то что огромная круглая арена. Она засосет, блин, души. Можно отменить. Не хочу души там оставлять. Нет, типа... О, я знаю, кто здесь. Это здесь этот чел бы сейчас себя проток... Блядь, засосало. Ну, мы выйдем из игры тогда. Сейчас я буду протыкать, да? Так, открыть меню, нажать вверх, нажать подтвердить, влево. И два раза подтвердить, да? Так, выход. Ой, змея. Это Месмер? Месмер, давай не надо. Или ты его змеюка? What's thou truly lordship sanction in one so bereft of life? Hello. Yet my purpose standeth unchanged. Давай не надо. Those stripped of the grace of gold. Если, блин, лесно, то сразу же он мне вырывок свой делает какой-нибудь, да? Так, чел, давай ты где-нибудь вдалеке постоишь? In the embrace of Mesmer's flame. Да-да-да-да-да. Mesmer's flame. Пошел нахер, у меня 400 тысяч. Месмера, ну, не сегодня, как минимум, да? Так, я хочу лестницу теперь посмотреть. Лестница была здесь. А, штуку прокачать. Мы же можем? У нас, по идее, 3. А, все, мы теперь 10. Макс левел? Мне кажется, что нет. Что-то как-то это... Слишком мало пройден еще. Вот, думаю, мы только половину прошли. Раз локация одна большая и два локации большие, то не полностью. Еще вот этот кусок есть. Здесь как бы 3 большая локация и сверху 4 большая локация. Так, ну Месмер подождет. Это опять же, вокруг Месмера столько всего построено, но главный ли он злодей? Если он главный, кстати, это получается... кто он сюжетный? Погодите, стоп, а вот... Блин, на лестнице нельзя карту открывать. Короче, сейчас еще в одно место сходим, посмотрим, что там. В смысле, блин, чел, падай. Кашеры. Здесь куда-то проход был, да? Ага. Да, здесь мы не были. Ой, блядь. Опять ты уёбик. Успею? Нахер. Как же они, блин, достали. Капец. Еще хп до хера. Бат, что за рвот был? Что как будто бы как-то подтолкнуло вперед. Не, я, конечно, нажал кнопку бега, но как будто бы слишком резко побежал. Ролом в стене, да? Так, фул хп. Пролом в стене. Ведет куда-то ли это секретка? Я сюда спрыгнул случайно. Если бы улетел куда-нибудь. Откуда назад не вернуться. О, заклинание огненный змей. Хорошо.
Молитва огненных рыцарей, которыми командует лично Месмер, создает змеевидное пламя, корчась и извиваясь. Она преследует врага, накопление заряда повышает мощь молитвы. Когда пламя, дарованное Месмером, не прижилось среди огненных воинов, они стали использовать огненные молитвы, чтобы подчеркнуть свою верность хозяину. Окей, ладно, потом протестим, главное не забыть. А что здесь еще есть? Ну, сюда как будто бы мы не попадаем, да? А, ну мы можем туда попасть, но там мы уже были. А, стоп. А, нет, нельзя, нельзя. Это надо штуку поднимать, чтобы отсюда можно было пройти. То есть изначально она, скорее всего, опущена, если мы сюда придем, да? Сразу же. Мы к боссу отсюда, скорее всего, не попадаем. Так, блин, а где проход? Проход потерял. А, он с другой стороны был. Вот здесь вот. Челы под нами, да? Ну, благо под нами. А что если вот так вот сделать? Летайте. А, это который вот откуда нас напали. То есть мы там снизу проходили, убили этого, и на мне какие-то двое напали. Вот откуда они берутся. Так, кота ну-ка ставим, мало ли еще чела встретим. Единственное, что у нас перекат херовый опять. О, костер. А зачем? Погодите. Да, здесь еще один костер. Мы даже ничего не прошли, да? Змея. Ой, стоит чмошник. Огненный рыцарь, блин. Ну тут плохо видно, все в туманчике. А что это за церковь, кстати? А мы там не были, да? Это. А, да, я понял. Это мы не... Там, где мы не были. Так, лифт. Костер. Рычаг снизу. Место с рычагом, мне кажется, не? Боку не видно. Наверх, вниз, вниз, наверх. Не, ну если, кстати, отсюда... А, нет, мы можем же спрыгнуть, слушайте. Походу, реально с этой стороны тоже можно попасть к боссу. Ага. А второй лифт я видел проехать, поэтому смысла опускать, поднимать их нету. Но я уже так встал, что его невозможно не опустить. А, это место... Блин, да, это с этими тварями. Не, погодите, наоборот, катана... Только катана нам здесь и нужна. Так, а с катаной же нормальный? Нормальный. Несим. Намазали. Попали. Блин, он не улетел. Аккуратненько. Блин, я помню, с крысами был этот в Крианском читальном зале подобный геймплей, да? Теперь с этими челами. Но, благо, есть и гравитационные эти штуки. Лесенка. Давайте нижний сначала этаж, потом на лесенку полезем. Там сзади меня кто-то был, не? Это спереди. Казалось. А чё ты вниз не полетел? Как-то аккуратненько он приземлился на эту, да? На балочку. Мог бы и вниз отправиться. Явно не выжил бы. Были снизу? Я пытаюсь понять, что это за место. Наверное, которое тупиковое такое, плюс-минус, да? То есть, где... Короче, там вот мы, у нас уже Месмер в ту сторону, по-моему. Хотя по карте... А, да, похоже на мост, да. Да, похоже, похоже. Но я не верю, что мы отсюда спрыгнем. Давайте... Не, ну тут не, не, ну куда? Слишком высоко. Очевидно, что нет. Просто вот сюда же можно еще попробовать спрыгнуть. Мы попадаем сюда. Блин, как будто вот так вот можно пропрыгать, да? То есть сюда, а потом вниз. То есть еще один путь. Окей. Ну, башенка такая прям. Тут столько всего можно, мне кажется, пропрыгать. В разных местах. Хотя, может, на самом деле не так много. Тут больше вниз же прыгаем, а не вверх куда-то. Ой, подождите, стоп, я заблудился. Так, нам лестница, наверное, нужна.
Хотя вон там вот чел еще на первом этаже летает, но мы туда пройти не могли. Потому что шестеренки. Шестеренки чел висит. Сидит, точнее. Это веревочки, это что? Это к чему? Это не наши, да? Или это змеи? О, дощечки, удобно. Да дощечек нет, мы туда и не пойдем. Так, штуковина. Ну-ка, сиди, не вставай. А. Чуть хп не хватило добить. Давайте так сделаем. А, хотя гравитас мы же юзаем, нам гравитас нужен. Давай тогда и то, наверное. Пофиг на отхил. Как будто бы уже не надо. Так, ну отсюда прыгать. Такой себе, ну-ка, чел, давайте прыгать. Так, ты даже не попытался. А ты? Тоже не попытался. Блин, а как будто бы те, кто пытались, они прыгнули, да? Мы вроде недалеко ушли. А, погодите, с другой стороны. Прямой проход, по-моему. То есть вот здесь лестницы мы поднялись. Там ничего как будто бы нету. А, нет, предмет есть, спрятан за колонной. 4 седьмых. Пойдет. Конечно, хотелось бы 14 седьмых, наверное. Как минимум. Бай-бай. Так, ну снизу предмет, но... Вниз. Точно вниз. Отсюда. А тут ничего нету, да? Вон там, кстати, еще предмет. А что он там делает, погодите? Находится. К сожалению. Так, я не буду прыгать, отстаньте. А, возможно, возможно, но не. Отголосок гнева. Так, а где-то тут херня сидела, не? Да, делась. Не сидит больше здесь. Молитва древа Эр, найденная в царстве теней. Высыпает золотую ударную волну, отталкивающую ближайших противников. Накопление заряда увеличит объем ударной волны. Когда кольцо Элдена разбилось, обитатели царства теней тоже это почувствовали. И устрашились, поскольку сочли это событие выражением гнева древа Эрт. Так, я кое-что забыл проверить, кстати. Так, а мы откуда пришли? Вон там вот мы ходили, да? Да. А отсюда, видимо, сюда прыгать. Обратно на первый этаж. Здесь еще лесенка наверх. Проход туда, а туда? Видимо, не отсюда, да? Так, ну, они за колоннами прячут, я так понимаю, да? Потом надо проверять за колоннами. Могут быть предметы. Так, чел там патрулирует что-то, ну, мы сейчас ему на голову спрыгнем. Ой, бля, тебя, ой, бля, ты еще кастер. Тебя, блин, только здесь не хватало. Ёбаный в рот. Какой пиздец. Вниз надо срочно. Блять. Посмотрел, куда прыгать, сдох. Ой, блять, нашли, кого сюда, блять, ставить. Опасный. Начнем с него, пожалуй. Так, пожалуй, отхилюсь. Важно. Он просто скальзит в моей херне. Ой, как хорошо, что мы его станем. Все, пошел нахер. Он хотя бы сверху нас ниоткуда не стрелял, да? Он тут достаточно пассивно стоял. И дожидал, когда мы сюда именно сами уже придем. Так, херонг. Шла нахер. А, здесь не пройти? А, там мы уже были. Да-да, нам туда и не надо идти. Вниз давайте здесь спустимся. Смотрим, что здесь есть. О, здесь еще ниже можно, ага. Пошел нахер. Ага, ага, ага. И что это? Там лифт еще сверху был. Восьмой. Окей. А, лифт. Зачем его убивать вообще? Он где... Блядь. Ой, ебаные повороты камеры. Это не бесит. Вот этот лифт, где он тут?
куда он ведет. Наверх или вниз, вообще интересно. Будто бы наверх, да? Это подозрительно, здесь лифт. Для чего он вообще нужен? Нет, он вниз ведет, вот второй лифт. А куда вниз? А, я понял. Или не понял? Я, кажется, понял. Главное не улететь, это сейчас второй раз этого чел придется убивать. Что пятый мне не нравится, конечно. Ва. Огненный рыцарь Хильда. А горстка праха. А дух, принадлежащий к огненным рыцарям, верная подчиненная самого Месмера. Хильда размахивает тонким двуручным мечом и использует огненные молитвы. При жизни она была близко подругой мудреца Зельцы и тоже выступала против уничтожения артефактов древности. Прах Хильды оберегал хранилище, словно защитный амулет. Так, ну это все здорово, а назад как? Ага. Так же? Давайте через абузы. Опа. Ой, перебор. Абузы оказались перебором. Надо было обычный прыжок делать. Ну, кто же знал. Здорово, мужик. Идете, так, и там какая-то женщина падает сверху. А, с криками, ой, перебор. Так, и чё тут? Здорово. Ваншот. Или нет? Да. И думаю, не добили. Так, а здесь лесенка-то обратно подняться. А вот это зачем? А, туда еще можно. Окей, все понял. В другое место ведет тоже. Так, а в этом мы куда пришли? А, лифт. Так, сколько можно ваших лифтов? Это все одна и та же локация, да, до сих пор? То есть мы вокруг вот этой штуки ходим. То есть вот это там босс у нас, да, сидит в этой хероинке. А здесь еще куча лифтов. Что тебе надо, отстань. Давайте спустимся это вниз, да? Посмотрим, куда нас приведет дорога приключений. Если там ничего не прострелят. Куда-то сюда. Ой, блин. Блин, прикольно ходить, да, по краям локации, когда у тебя там все другие локации отсюда видно. Это что такое? А, это вот эта херовина огромная. А что это? В чем ее смысл? Или это здание? Слишком узкое для здания. Могли бы более квадратно сделать. Это что за дверь? Просто дверь? Даже не открывается. Да еще один лет, да сколько можно? Да куда мы спускаемся? Мы вниз куда-то идем? Еще какую-то локу? Блин, мне кажется, надо было в другую сторону идти. Блин, а откуда я знаю, куда дальше идти? А, ну давайте, ладно, пофиг. Как бы мы помним, что у нас в том месте тоже что-то есть. А здесь спускаемся. Но мы куда-то уже на дно поехали, да? Как будто бы реально еще какую-то локу, а куда? Охереть, развилки, конечно, напридумывали. Капец, у нас мест куда можно идти, это просто жесть. Вид на древо упадка. Блять, это босс. Это, это всадник на кабане, командующий Гай. Нифига у тебя арена. Че тебе надо? Встань. Посмотрели, что у нас здесь. У нас здесь командующий Гай. Так, еще одного босса нашли. Но мы его на потом тоже оставим. Я, наверное, бы с него даже начал. Потому что, возможно, за ним продолжение локации. Блин, у него арена такая огромная. А зачем такая огромная арена, интересно? То есть, возможно, после него можно вот сюда пройти, да? Вот сюда еще, кстати, прохода до сих пор нет. А, возможно, и сюда тоже можно будет пройти. Либо даже, знаете, уже можно сюда пройти. А, здесь у нас улучшалка. Это что, экскременты или что? А, блин. А отсюда похоже было.
Вот она как он пощадите ради шаманов, унесенных духами. Общинить. Тебя? Еще одна улучшалка. Окей. Пройти нельзя, да? Энтропы нету? Хорошо, здесь у нас еще один проход, и здесь проход к боссу. Ну, блин, Месмер реально я на потом бы оставил. Так, а где? Вот это, наверное. Куда у нас лифты? Если по стелсу. Блин, он уже сагрился, скотина. Так, ладно, эта штука не попадает, а фаербол мы сейчас задоджим. Окей, в листе можно прятаться, по-моему. Этого чмошника. А, погодите, а мы туда, по-моему, могли. Хотим туда? Блять, вы задрали. Сколько можно? Сколько вас здесь еще? Я ничего, тварин сейчас хилить будет опять. Вроде никого нету. Пошел нахер. Руна невоспитанного героя. Сколько дает, интересно? 50к. Руна Марики 80. Всего 50. Дорожный злой человек. Да не про огненных рыцарей, видимо. Так, а о чем мы сюда пришли? За руной. Да? Ага. То есть там у нас целая новая локация, босс, а здесь руна. Прикольно. Ладно, у нас что-то здесь сверху, по-моему, что-то есть. Вот тут вот, нет? Как будто бы тоже этаж играбельный. Кто? А, мразь. Вот где он нам мешает. Понял. Ну мы за шкафчиками попрячемся, я думаю, нам... Чем мы ему надоедим. Здесь как будто бы ничего нет. Сюда можно было не идти.